Russian PR Week впервые прогремел в прошлом году в Казани и стал одним из самых запоминающихся событий в отрасли общественных коммуникаций. В этом году форум обещает быть не менее насыщенным. В программе 4 дня интенсивных мастер-классов и интерактивов, посвященных рекламе, работе в медиа, ивент-маркетингу, диджитал и SMM. Принять участие может любой желающий. Всего пара простых шагов регистрации на сайте, и вы приобретете билеты на уникальное мероприятие, где сможете получить актуальные знания и тут же применить их на практике. То есть ребята с отдаленных регионов Российской Федерации приезжают к нам, чтобы понабраться опыта, так скажем, пообщаться с ведущими специалистами, наладить какой-то, может быть, дружеский контакт с нашим отделением, с нашей кафедрой. И это действительно очень здорово. Стоит отметить, что в этом году форум будет проводить новая команда организаторов из все той же кафедры связи с общественностью и прикладной политологии КФУ. Ребята обещают продолжить традиции прошлого выпуска и внести что-то новое. От того, что новый состав команды, новые люди, и это постоянный поток новых каких-то идей, и не хочется раскрывать каких-то секретов без какого-то развития движения вперед, нельзя. Поэтому будем стараться максимально привести что-то новое. По традиции, свои знания в области public relations можно будет проверить на открытой олимпиаде по связям с общественностью, а также более неформально на ночном пиар-квесте. С 14 по 17 апреля на базе Казанского федерального университета будет проходить всероссийский форум Russian PR Week, и мы, организаторы, ждем всех вас на нашем увлекательном мероприятии. Наш телеканал «Универ Смотри», как и в прошлом году, будет являться информационным партнером этого мероприятия. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ Ньюс.